Фабрика Деда Мороза в Александрии работает с начала декабря. Хендмейд, подарки, артизианский шоколад, мастер-классы, танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все это здесь проходит буквально каждый день. К празднику и веселью ярмарки решили присоединиться и партнеры торгово-делового центра. Компания «Ключ Авто» организовала здесь презентацию нового автомобиля Volkswagen Touareg. Обновленный внедорожник в минувшие выходные был в центре внимания всех прохожих. В том, что он готов к любым поворотам и испытаниям, убедились участники квеста от официального дилера Volkswagen «Ключ Авто». Все желающие приняли участие в кругосветном путешествии по Александрии. Группы, разделенные на 4 части света – север, юг, запад и восток – выполняли задания и получали подарки от Volkswagen и торгово-делового центра «Александрия». Среди участников сегодняшнего квеста 18 января на площади перед торгово-деловым центром «Александрия» будет разыгран главный приз. Это уникальное занятие по водительскому мастерству на внедорожной подготовленной площадке с профессиональным пилотом, которая будет называться Volkswagen Off-Road Day на новом Volkswagen Touareg. Под руководством профессионального инструктора команды Pilot GT участник по-настоящему в экстремальных условиях получит базовые навыки управления автомобилем действительно в экстремальных условиях, а также научится управлять техническими возможностями, уникальными техническими возможностями нового Touareg, как на бездорожье, так и в условиях города. Желающие выиграть главный приз искали на территории ярмарки имбирного человечка, гигантские цветы с подсказкой, наигрывали на бубне новогоднюю мелодию, дегустировали пахлаву в ресторане «Чайхана Торны» и отвечали на вопросы восточных красавиц, делали селфи с Дедом Морозом и даже смастерили фонарик путешественника своими руками. И это стоит того, уверены участники квеста, ведь уникальное занятие с профессионалами Pilot GT – это возможность проверить на прочность и немецкий внедорожник, и самого себя. Солидный, респектабельный с одной стороны и спортивный с другой, новый Volkswagen Touareg позволит испытать самые положительные эмоции и настоящий драйв. Разыграют главный приз, предоставленный дилерским центром Volkswagen «Ключ Авто» 18 января. Ольга Десятова, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.